Эту пугающую стаю славгородцы заметили вечером в районе 17-го лицея. Впрочем, беспризорные собаки у образовательных учреждений бегают круглосуточно, говорят жители, как и по улицам. Очень много собак, страшно за детей, за взрослых, за самих себя страшно очень. Потому что бегают стаями. Никого пока еще знакомых не покусали. Бездомных псов в Славгороде становится все больше. Сделать жизнь людей и собак легче старается владелец местного приюта, причем единственного в Славгороде. Евгений Гайдадым рассказывает, что находит маленьких щенков брошенными буквально повсюду. Вот наша девчонка знаменитая, которую порядка 3 лет назад привязали на границе Казахстана с Россией. Это не просто бросили, привязанную к столбу в жару. А другие попадают к нему после отлова на улицах. Местные власти уверены, проблема усугубляется из-за самих же людей. Слишком безответственно жители относятся к своим питомцам, когда выбрасывают их на улицу. В городской администрации подчеркивают, что делают все возможное. На отлов и дальнейшее содержание животных власти города в этом году затратили больше 1 000 000 рублей. В этом году у нас заключено 5 контрактов. На отлов этих животных мы уже в рамках этих контрактов было отловлено 137 животных. Находится, который последний контракт, это 37 животных, 31 животное находится на содержании, пока еще в питомнике. Проблема с бездомными животными, говорят в администрации, то и дело выливается в непримиримый бой. Одни жители боятся, что собаки покусают и шлют гневные обращения, другие сами бросают своих питомцев, третьи ратуют за то, что усыплять животных нельзя. Выход стерилизации собак в приюте, после чего животных выпускают на прежние места обитания, если проявлений агрессии нет. В противном случае животные остаются здесь, и на их содержание выделяют всего 130 рублей в сутки. За щенков младше 6 месяцев не платят вообще. Нам за них никто не платит, что мы их отловили. Это корм, это какие-то ветеринарные услуги, это все идет за наш счет. И щенков, как правило, всегда, вот особенно в осенний период, весенний, ну, не меньше 30-50 штук всегда есть. Уже не на камеру владелец приюта замечает, что по сути содержит животных на свои средства. К примеру, на стерилизацию из городского бюджета выделяют всего 1500 рублей. Хотя услуга у ветеринара стоит в 2, а то и 3 раза дороже. А ведь это единственный способ сейчас хоть как-то повлиять на популяризацию бездомных собак. Анна Рашагирова, Алексей Фризин. День с толком.